Вячеслав. Сделай демонстрацию. Это вот Invicim, Ascultus, Ascultus. Михаил, а это то, что мы прочитали в позапрошлый раз, получается? Вот в прошлый раз мы сильно там дальше ушли. Что у меня так написано неправильно? Сильно докуда у вас не записано? Нет, к сожалению. Но посмотрите, там даже дата записи в Телеграме, она неделю назад стоит, две недели. Да? А мы в прошлый раз вообще не записали, да? А, все, 17.4. Это вообще нет в этом издании. Угу. Сейчас открою. Французское издание открою. Вот это. То есть мы дочитали до слов Некви, Эним. Это было последнее, что мы перевели. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Мы ищем текст, на котором мы остановились. Вот это УТР, вот это третий. А, вот он, наверное. Вот он. По идее. Да. Видите, маленький значок 5. Это наш текст для первой фразы. Читайте, пожалуйста. Utique nostra regio tam praesentibus plena est nominibus. Ut facilius possis deum quam hominem invenire. Угу. Так, хорошо бы еще контекст немножко вспомнить. Там к ним пришла какая-то женщина, да, насколько я помню. Я хоть убей, тебе не помню. Вы совершенно правы. К ним пришла женщина со служанкой и начала им что-то втирать про то, какие они бандиты. Угу. Так, хорошо. Так, утик в nostra regio, там presentibus plenis nominibus. Nostra regio, значит, наша. Так, miserior, idius. А, о боже мой, она там говорит. Equinum impura quisdom contis non liquid aspexit. Угу. Так, ну ладно, я думаю, можно переводить потихоньку. И дальше станет понятнее просто. Так. Секунду. Минибус. Угу. Утикве это также nostra regio, то есть наше царство. Там praesentibus plenis nominibus, то есть полно каких-то богов. Ut facilius possis deum quam hominem invenire. А, то есть настолько полна, то есть божествами, что ты можешь проще наткнуться на Бога, чем на человека. Получается, да? Угу. А что значит praesentibus? Существующими, что ли? Praesentibus nominibus, да, но они согласованы сущими, не знаю. Может быть, какое-то другое слово. Mm-hmm.
Ну, вот, не знаю, можно перевести, наверное, доступными, если на них можно наткнуться. То... Угу. Может быть. Ну, может быть, близкими. Ну да, доступными, да, в этом смысле. А смотрите, не-не. Это, вместе с Нумена это прилагательное значит милостивый, несущий помощь. Милостивыми богами, божествами. Mm. Это у Дворецкого, знаете, какое значение? Десятое слово presence. Mm-hmm. Откуда это взяли, они не знаю. Ну, тут ссылки, в общем, и на Горация, и на Вергилия, так что нормально все. Милостивыми, так полно милостивыми богами, что легче ты сможешь наткнуться на Бога, чем на человека. Угу. Так, ну давайте дальше. Кто? Давайте Наталья, да? Давайте попробую. Акнеме путетис улице ульш. Целонис кауза хук венисе этете макис вестра кому его к вам и ниурия ме. Да. И неужели мне или для меня? Так, путайтесь. Ну, путео пахнуть гнилью. У меня тут почему-то написано издавать зловоние. Я думаю, что... Это путеро, наверное, в конъюнктиве, да? Да, это путу просто обычно. А, путы. Путу, да. Считать, ну, как бы на мидзу. Считать, полагать, да? Полагаете вы, получается. Значит, тут вопрос... А, тут нет вопроса, да? Mm-hmm. Нет, тут... Знаете, тут конъюнктив, да, такой, это, наверное, призыв такой, да? Не путетис, то есть не полагайте, да? Прошу вас не думать, что я, мы, да, венисе, хук, то есть сюда, кауза ультионис, Ради случая? Не-не, это Тимария. То есть это самая месть. Ультионис, кауза ультионис, месть ради. А, ради мести. Ради отмщения. Отмщения, да. Венисе, тут этот глагол движения, да? Хук сюда. То есть, однако, не думайте, что я пришел. Вы не думаете, что я пришла? Да. Что я пришла ради мести. Да. А... Дальше уточнение, да? Время жизни. Ну, давайте с глагола начать. Ваш. Глагол. Лучше с глагола начать, да? Так вот где тут глагол? Магис. Не-не-не, тут, смотрите, вот это после вестра. Это глагол. А. Камовел. Тут он в отложительном таком виде, но в смысле медиальном, да? То есть это не побуждать кого-то, а себя, это первое лицо, да? То есть быть побужденным, я, ну тронут, что ли, или я замотивирован чем? И милый. Хотя как бы это лучше перевести, кстати, не знаю. То есть мною движет вот так, да? Мною движет что? Легкомыслие.
Ой, нет, нет. Обида. А почему обида? А это, подождите, не-не, к вам потом. А, маги, это потом. Маги. Скорее, маги. Айтате Вестро. Я... в большей степени... Да, я как бы двигаюсь, то есть меня движет, мною движет что? Меня трогает что? Айтате. Что такое? Возраст? Жизнь, век. Век, век, в смысле возраст, я думаю, да? Угу. Время жизни. Возраст. Возраст чей? Ваш. Ваш. Скорее, да? Чем? Иньюрия моя. Обида. Чья? Ее. Моя. Моя. Чем моя обида? Угу. Давайте все вместе, все, все предложение, начиная с АК. Не думайте, что мною движет отмщение, чувство мести. Сюда привела меня, да? Что я сюда, не думайте, что я, мы дословно переводим, да? Что я сюда пришла ради мести. Ради мести, да? Угу. Мною движет возраст. Ваш. Но скорее, чем моя обида. Да. Так это же бабулька, да? Или кто это? Старушка какая-то? Ну, женщина в возрасте, как я поняла. Угу. Нет, нет, это не старушка, это та дама. Она... А, да, вспомнил, она же в комнату вошла, да. Там знатная дама какая-то. А ребята молодые совсем, что ли, получается, да? Да, да. То есть для, даже для нее, если она не старушка, ну ладно. Ну, Юрий, давайте вы, а потом я в конце. Imprudentes enim ut ad hoc puta admissistis in expiabilis celos. Я так думаю, что вы допустили или как бы позволили, ну, позволили свершиться этому неискупимому злодеянию, так как вы недостаточно мудрые, в общем, так как вы просто по глупости его совершили. А как это инекс, как вы сказали, как вы перевели это? Инэкспиабель неискупимый. Неискупимый, да? Угу. Это даже не причастие, а это прилагательное, я думаю. А, среднего рода, да? Угу, да, скиллс. Непростительное преступление, ага. Может, вы еще прочитаете? Давайте. Ipsa quidem illa nocte vexata, там periculosa in horror frigore, ut tertianae etiam impetum timeam. Я сама, значит, я сама продрожала этой ночью, значит, а в, как бы и билась в опасной лихорадке Фригаре. Даже, ну, в общем, опасной лихорадкой, да, дословно. И боялась Тимеем, боялась ут Тертианой импетум. Я думаю, что имеется в виду, я боялась как бы это, третьего приступа импетум. Ну да, это импульс, да, буквально. Да, да. Я встречал обычно в военном смысле, что военный натиск импетус. Но тут не очень понятно, что за третий натиск, но, видимо, два раза она, два раза у нее был приступ лихорадки, она боялась третьего. Я думаю, так. Смотрите, Фебрис Тертиана. Оказывается, такая болезнь Тертиана. Лихорад, ну, это я дворецкого считаю. Она почему-то называется
Рациана, почему? Потому что, оказывается, раз в три дня у нее приступы. То есть она боялась, не приступ ли это вот этой Торцианы, да? А ведь тут есть там и ут, да? Я думаю, что там и ут связаны. Да, вот хотел сказать, синтаксически мы не хотим сюда настолько что писать. На то, настолько что, а дальше ты дальше бояться в конъюнктиве. Угу. Да, 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 согласен. Консекуция такая, так что я в итоге боялась, как бы это ни была терциана вот эта. Видимо, она какая-то смертельная. Да, да, я тоже уже я вижу уже тоже терциана и фебрис. Третичная лихорадка некая. Я даже не знал, что такие болезни существуют, которые по часам работают. Так, да, давайте я тогда, да. Ид идео медикинам сумма пети, юс сакве сум вос перквери от квимпетум морби монстрата субтилитате ленире. Пети, да, то есть я пето, я ну, просила, может, молила, в общем, старалась что-то, да, медикином сомма во сне, что ли? А что значит медикином? Просить медицину, это значит молить об исцелении, что ли? Врачебная наука. Да, да, я тоже так думаю. Я думаю, что вы правы. Она молила исцеление во сне. Молила об исцелении во сне. Да, но вроде я не нахожу этого такого выражения с глаголом. Какой там глагол? Пето, да? Ну, ну, буквально получается, что молила. А, я есть это на русском. Искать облегчение во сне. Не исцеление, а облегчение. Но это такая интерпретация. Да? Исцеление, облегчение. Итак, я... Значит, разведывала... Да, сейчас откуда... То есть мне было приказано, что ли? То есть я была приказанная. То есть мне приказали, чтобы я вас расследовала. То есть либо нашла, либо как-то взаимодействовала с вами. И почему она, собственно, и пришла к ним. И вот этот приступ болезни облегчило... субтилитас, да? То есть она за помощью пришла. Я думал, она сейчас будет их обвинять, что-то гнобить как-то. Какая-то... А, есть это в дворецком. Остроумный способ, тонкий прием. То есть, получается, сейчас... И мне было приказано, видимо, во сне, чтобы я вас нашла и с помощью... вот этой указанной хитрости какой-то, хитроумного какого-то остроумного приема, тонкого приема, облегчила приступ болезни. То есть она за лекарством к ним пришла, вот как оказывается. Ну, давайте дальше, да? Вячеслав? Sed de remedio non tam valde laboro, Major enim in praecordis dolor saivit, qui me usque ad necessitatem mortis deducit, ne scilicet juvenili impulsi licentiae, quod in sacello priapi vidistis vulgitis, deorumque consilia proferatis in populum. Tac, non tam valde laboro,
но не настолько сильно работаю о спасении, наверное, или о помощи. Это что значит работаю? Не настолько, наверное, тружусь ради спасения. Может быть, здесь ремедия. Хлопачу, может? Ну да, да-да-да. Угу. Но не настолько сильно хлопачу спасение, ведь, значит, Сайвит свирепствовал, наверное, свирепствовал боль в предсердечии, то есть какая-то область груди. Такая грудная клетка, так понимаю, да? Да. Так, настолько пиме ускоритники сетят им мортис дедукит. Здесь мы кви, что скажем. Настолько что? Нет, который. То есть боль, которая меня привела прямо к необходимости смерти. Наскиликет ювенили импульси ликенти кури сакелло. Так. Кистис. Что же довести до необходимости смерти? То есть до сознания, что ли, смерти? Или что это? Накиситатом. Может быть, настолько... Ну вот, in precordiis saevit, то есть свирепствовала боль настолько, что, может быть, она хотела умереть, то есть... Да, здесь нужно посмотреть. А какое слово смотреть, интересно? Некиситат? Некиситатес? Ну да, да, мне кажется. Остальное здесь. Некиситат. Неизбежность, да неизбежность. Я не знаю. Принуждение, необходимость, нерушимость, нужда. Да черт его знает. Ну, можем нужду, наверное, взять. И на скиликет не следует знать ювенили импульс или кентия. Ну, то есть ликентия — это какая-то вседозволенность, наверное. И ювенили импульси. Какой-то юношеской импульсивности. Вот инсекелло приапи видистис. Ульгетис. Инцекелло приапи, это значит в святыне какого-то приапа, не знаю, в каком-то храме приапа. Ну, приап, видите, это еще может быть означение, означает это самое. В общем, сами понимаете, что. То есть что-то неприличное, а может и нет. У Петрония. Так, теперь. Пульгетис. Это распространять вообще, ну, это вульгары. Здесь, наверное, что-то другое.
Не, ну да, распространять в народе советы консилия деорум, то есть советы богов. Так. Так, тут на два глагола в личной форме. Чтобы вы, да, наверное, не распространяли, да, не вульгетис, наверное, не относится к вульгетис, да? Да. А котлиц акелу приапи видистис, это, наверное, придаточное. Мне кажется, предложение тут без запятых. То есть то, что вы видели вот в этом храме, вам не дозволено в это силу... Это в притоне, что ли, получается? Вот. Ну да. Да. Не дозволено, ну, как бы вы не можете это сделать, ювенили импульс или кенти, в силу этой распущенности или неразборчивости юности. Вот, ну что здесь значит «vulgetis»? Чтобы вы это не разглашали, наверное, не рассказывали никому, мне кажется. Угу. А импульсия – это что такое? Какая часть речи? Ну, это ППП, мне кажется. То есть такие... сподвигнутые, может быть, ювенили или кентия. Я тоже думаю, что это причастие, да? Причастие. Я думаю, и тогда, значит, ликентия, это, наверное, облатив, да? Облатив, он согласован со словом ювенили, да? Да, да, мне кажется, да, так и есть. Юношеским задором или наглостью какой-то, да? Угу. А вы движимые, что ли, или... В общем, она вами движет, эта наглость, чтобы вы, движимые ею, конечно же, не рассказывали то, что вы видели вот в этом так называемом храме Приапа. Угу. Она, она пришла не для того, чтобы вылечиться, а чтобы предупредить их о том, что нельзя рассказывать. Ну, получается, да, и чтобы они не распространяли в народе вот советы богов. Что не распространяли это? Я тоже не понимаю. Вроде в публичном доме происходят самые банальные вещи. Что там распространяется? Да, я думаю, нет, это же не в публичном доме. Это какое-то, опять-таки, из пропущенного, из пропущенной части квартиры. Там же в это пришла, это, как ее, квартила. Квартила – это... та баба, которая на рынке была и вычислила их, а это, видимо, кусок какого-то пропавшего сюжета. Наверное. Там дальше, сейчас мы прочитаем, там дальше как раз будет то, что они должны распространять. А, через пару предложений уже буквально. Сейчас, а вы уже прочитали, да? Что там насчет смерти-то, я не понял. Вот она дошла до чего? Хочу посмотреть, как французы перевели. А, это не то, что меня заботит, они говорят. Не всякими травали плю. Я не вижу. Где это? Там метрове, ремед. А, я ищу да, поиск лекарства, да? Это не то, что меня больше всего заботит, травы. А, смотрите, и несмотря, да, я должна сойти, несмотря на то, что я должна сойти в могилу, что ли?
меня заставляет мефе зайти в могилу. То есть ее заставляет... Подождите, а что ее заставляет зайти в могилу? Не лихорадка, а страх, что они разгласят это? А, вот, смотрите. Вы поняли, да? Давайте все вместе зачитаю сейчас. Я, в общем, беспокоюсь, лабора, не столько о лекарстве. Ведь меня... Доллар – это не то, что... Это не лихорадка. Это ее, что ли, страх. То есть меня в грудной клетке раздирает боль, страх, который меня довела до могилы уже, да? Как бы вы не вульгетис, как бы вы не распространили... Вы, подверженные наглости, вот этой нахальству юношескому, то, что вы видели в храме Приапу. Вот что ее беспокоит, а никакая не лихорадка. Доллар, поняли? Да, доллар – это ее страх, что кто-то узнает. Да-да-да, то есть это не боль какая-то сердечная. Да, это да. Именно страх. А вы еще до точки не допереводили, да? Нет, почему? In populum, и там точка дальше. А как? Я не помню перевод, извините. Деорункой консилия профератис in populum. Да, yeah. Но это все, чтобы вы не профератис, это, я так понимаю, распространяли консилия деорум, то есть советы богов, in populum в народе. Uh-huh. А консилия богов — это оракулы? Что это? Здесь я не знаю, может быть, вот как Юрий говорил, что там из какого-то пропущенного фрагмента. Не знаю. Ну да, но только это, может, какое-то выражение. Решение богов. Ну, давайте посмотрим. Нет, давайте не будем смотреть. Начнем каждую 5 минут смотреть их. Давайте дальше. Сейчас кто? Наталья, да? Наверное. Протенде игитур ад генуа вестра супинас манус. Петокве эт оро не ноктурнас легионес йокум резумкве фат Сиатис, неуэ традуцере велитис, тот анорум секрета, кве викс миле хоминес новерум. В таком случае протяните к вашему происхождению опрокинутую руку. К коленям. В данном случае гену в прямом значении. В таком случае протяните... Ну, протяните протенду. Вашему колену руку. Супинос. Протендо. Что? Протендо. Так. Первое лицо, да? Это я протягиваю, да? Я протягиваю, да. Я протягиваю к вашим коленям руку, опрокинутую, видимо. Это... Наверное, акузатив клиросы. А что? Это не акузатив плюралиса? Это манус, это да, это манус, это четвертое же склонение, да? Супинас манус, согласовано. А что значит супинас манус, кстати? Это какие-то молитвенно сложенные руки? Воздеваю руки к вам. Вот есть цитата из Вергилия. «Тендери супинус манус ад кайкулум».
То есть воздевать руки, они даже не переводят супинус к небу. Супинус манус. Ну, вот здесь супинус, обращенный вверх, склоненный назад, лежащий лицом вверх на спине. Ну, это, наверное, описание какой-то известной всем позы молитвенной, мне кажется. В общем, молитвенно сложенные руки. Так. Добиваюсь и говорю. Ой. Ноктурнус. Вы, наверное, фокиатис. И молю, чтобы вы не фокиатис, я так думаю. Фокионос. Чтобы вы не делали. Но они хулиганы, они все превращают в шутку. Они балуются. Она их просит, она серьезная женщина. Она говорит, вы давайте-ка там не фокиатис ноктюрнус религионис. Я думаю, что это дуплекс такой, в общем. Не делать, не совершать. Не совершать, наверное. Ну да, я думаю, что не превращать. Не превращайте ноктюрнос религионос во что? В йокум и ризумку. Я вот думаю так. Ну, ноктюрнос – это ночные ведьмы. Ночные какие-то, да, ритуалы, не знаю. Я не знаю, как религия вообще переводить. Это самое сложное слово для перевода. Религия, он написано совестливость, добросовестность, насть благочестие. Это понятно. Я думаю, что это имеется в виду обряды какие-то религиозные, да? А, ночные обряды? Да, ну вот в этом храме, наверное, в котором мы ничего не узнаем уже никогда. А, в шутку, видимо, йокум. Йокус шутка. Я думаю, вы согласны, коллеги, что это дуплекс, да? В шутку и в смех. Угу. Вот. Угу. Так. Так. Так, и тут и не, да? И не переводите. Тут глагол в личной форме есть, да? Велитис. Да. Велитис. Это воло, да? Хотеть. И не, так сказать, не желайте. Что ли? И не желайте. Продукторы. И не желайте перевести. Ну, наверное, в значении, опять же, распространять традуку, то есть, мне кажется, он выдавать, разглашать, вот, разглашать. И не желайте разглашать. Выставлять на показ. Разглашать. Секрета. Ну, секреты какие-то, да. Тайны. Тайны. Тота норм. Сейчас. Видимо, как вы думаете, как они там попали в этот храм? Как их допустили таким секретом? Видимо, они в кого-то переоделись, мне кажется. Тут как-то все с возрастом Аннус, как-то все с возрастом связано. Видимо, плащ был непростой. Может, они там какая-то ситуация с плащом была? Может быть, это плащ был, дающий вход в храм? Не, стольких веков, тайны стольких веков, я думаю. И не желайте разглашать тайны стольких веков, то есть многовековые тайны, я так думаю. Mm-hmm. Которые викс. Да. Которые с трудом
Люди. Не с трудом. Едва тысяч. Едва тысяч людей. Так. Носко. Что? Носко. Знает. Это такая, видимо, сокращенная форма от гигноско. Носко. Лозинский вызвал. То есть... Новером? Да. Ну, носко, да. Носко. А, изучали. Узнали, да, там. То есть, и не Познавали. Желайте... И не, то есть, откажитесь от желания разглашать секреты стольких веков, секреты, которые, ну, едва ли тысячи человек знали за все время. Я так понимаю, так написано. Но это тысяча, это, в смысле, мало. Так, этих каких-то священников, не знаю. Давайте дальше. Что у нас дальше? Юра, по-моему, вы. Я, да? А, хорошо. Или нет, или кто? Или вы, мне кажется, не знаю. Или вы, или я. Юрий был. Да, я, ага. Я, потом я в конце списка, да. Секундум ханк деприкатионем лакримас русус эфудит гемитибусквил аргес конкуса тотафакия акпектере тором маем прессит. Значит... Следуя как бы за этой мольбой, да, то есть после этой мольбы, обратно снова полила слезы, и конкуса это значит, и трясясь как бы в Ларгис Гемитибуск, в таких в больших вздохах, в общем, да, дословно. Таких выдающихся вздохах всем лицом и грудью налегла на мою лежанку. Подождите, а где выдающихся? Тут просто Гемитибус и Ларгис. А, вы думаете, что Ларгис, да? Ларгис, это Ларгис, да, это Ларгус. А, да, я подумал, Лакримус, да, Ларгис, да. Угу. Да, на лежанку, да, на эту. Да, на Торум. Кстати, а почему она так боится? Видимо, ее убьют, наверное, если кто-то узнает, что там происходило. Убьют ее в первую очередь. Да нет, я думаю, что она знатная просто, ей будет позорно, если узнают о том, в чем она там участвовала. А, интересно. Может быть. Ну, ладно. Эго эодем темпери эт мизерикордия турбатус эт мету бонум аниму хавариэм и усете дел троквесте секурам. Так, ну давайте я хотя бы перейду сейчас. А я же взволнованный в то же самое время и милосердием, то есть и жалостью, и страхом имел, ну, как бы, добрый настрой по отношению к ней, что ли? А, не-не. Он UCM. А, Юси, это она говорила, что ей там приказано, да, Юси? Я Юса. Это сейчас он говорит. Эго Юси, эм бономаниум хэбера. А, это он. Я приказал, чтобы она, ну, собственно, не раскисала, да? Чтобы она сохраняла спокойствие, да? Бон, хабо анимум, это что? Это такое выражение, да, вы совершенно правы. Приказал ей крепиться, в общем. Крепил, чтобы она крепилась. Что там все... И чтобы она, я приказал также, чтобы она была спокойная, то есть обнадежила ее
деутроквое, то есть и о том, и о другом, что ли? А есть какие-то два каких-то предмета, тема, да? И какие же? Ну, это дальше, видимо. Как раз двоеточие. Вроде тема-то одна, то, что они разгласят. Ведь... А, давайте я почитаю. Ведь нам некве сакр клэмпам вульгаторум. Эт си квот протери алиут ремедиум эт тертианам деус или монстрасет адиватурус нос дивинам провиденциям вел перикул ностра. Так, а тертиана это та самая болезнь, да, ведь? Терциана. Да, думаю, да. Терциана, лихорадка. Ведь вульгатурум, ну, то есть, сейчас... Ну, то есть он ее успокоил на тот счет, что никто не будет разглашать. Что это квэм квам или квам квам? Там нет вариантов. Сейчас сакра. Угу. Сейчас я... Ведь и не сакра во множественном числе, а аккузатив, наверное, да? Что я не буду кому-то рассказывать про секреты, наверное, так. И если... Бог, если Бог, ну, продемонстрирует, покажет, ну, даст, может, наверное, ей какое-то другое лекарство, помимо этого, от лихорадки, то мы поможем, да, дивинам провиденциям вел переклоноса. Мы поспособствуем, поможем. В чем? В провиденции в этом? То есть мы поддержим божественное провидение, пусть даже с опасностью для нас. Я думаю, что well это пожалуй, пусть даже это будет для нас опасно. То есть, что я не расскажу никому никакие секреты, и если есть какое-то другое лекарство от лихорадки, Бог ей и это лекарство даст. А мы поможем, вот что значит поможем провиденции. Мы поможем, то есть мы посодействуем божественному провидению, пусть даже с опасностью для наших жизней. Наверное, так. Есть какие-то возражения? Нету? Я согласен. Mm-hmm. Давай сюда, Вячеслав. Hilarior post hanc felicitationem facta mulier basiavit me specius et ex lacrimis in risu muta descendentes ab aure capillus meus lente mane duxit et facio ingrid indutius vobiscum
et constituta lite dimitto. И, может быть, давайте я тогда вот эту прямую речь не буду переводить. Значит, post hoc poliquitationem facta. То есть после того, как факта хилерио, то есть сделанное, не знаю, наверное, это мульер хилариор факта. То есть это такая повеселевшая после этого обещания дама басявить мне списиус, то есть поцеловала меня крепче, да, да, по-моему, сравнительная степень, это ex lacrimis in risu mota, и, значит, сподвигнуто из слез в смех. На уши от об ауры, то есть от уха падающие, подняла, получается, мои падающие волосы, лента ману, это медленной рукой, и сказала. Да, или что она с волосами сделала сейчас? Топила с дукера, что это значит, вести волосы. Что значит медленно рукой? Ну да. Может быть, он говорит, что значит лента. Ленивая. Ленивой рукой, не знаю. Цепка еще, значит. А, цепкой. Она сами сделала. То есть она их дуксит, то есть... Пригладила, может быть. Такое значение дука, но приглаживалась. Ну, по отношению к голосам, как их можно вести? Поглаживать их, значит. Ссылка, правда, на Сенеку. Ну... Так, сейчас я получу еще. Ну ладно. Что-то нету этого. Ну, давайте посмотрим словарь хороший какой-нибудь. Ну, давайте копилось, допустим, посмотрим, да, может, там будет это место. Я не вижу. Ну да, нету. Тоже не нашли, да? Давайте дука, это будет сложнее. Не, ну это не верно. Вот здесь поиск не сделан какой-нибудь. Я просто не знаю, как пользоваться. Ну, отвела, может быть, погладила. Может, провела по волосам? Да, мне последняя версия нравится. Ну, то есть, это значит погладила. Провела, значит погладила. Так, ну вот. И что там дальше? Еще вот рука какая-то лента, странная рука. Цепкой рукой. Вы цепкой предложили, да. Ну, может, и медленно, да, медлительно провела, то есть нежно, получается, если медленно.
Я вот здесь нашел, что капиллус дукере — это причесывать. Вот. А где это вы нашли? Ну, это вообще на... А, понятно. Вот, да, в интернете где-то. Вот. Там, там есть ссылка, да. Как раз на Петронию. Вот. А, хорошо, это хорошо, да. Поэтому... Только, только там почему-то не лента ману, а какой-то, какая-то дентата ману. Вот. Не знаю. И дентатус. А вот дентат. Есть такие варианты здесь внизу. А, ну тогда это действительно dens dentis, то есть такая зуб, зубчатая, в смысле, вот цепкой, да. Так, может быть, даже, даже лучше. Ну, то есть она причесала пальцы. Ой, пальцы, господи, волосы пальцами. Да. И facio inquit indutius vobiscum, значит, делаю indutius facere, это, наверное, заключать перемирие, да? Я, значит, заключаю с вами перемирие и constitutio lite dimitto, то есть отказываюсь от какого-то установленного или сделанного иска, то есть от уже поданного, наверное. Ну, lis litis — это обычно какой-то иск. Lis constitutis. Constitutus — это... Решённо вообще есть. Подожди, а... А индутиес, как вы перевели? Ну, это перемирие. Индутиес факера. А, то есть по рукам, в общем, да? Угу. И от какого-то... От борьбы, что ли, отказывалось, да? Мне кажется, это именно в юридическом смысле какой-то иск. Угу. Да. Ну, то есть претензий больше не имею. Отказ. Угу. Ага. Так, давайте дальше. Наталья, да? Вот, а вот этот слэш что обозначает? Хуй знает. Значит, сейчас я посмотрю, как в итальянском издании у меня там написано. Сейчас. Это Вася. Это... У меня нету этого просто. Просто нет никакой черты квод. Ладно. Квод синон аднуисетис де хак медицина квам пето ям парата эрот ин красценум или красценум турбо кве эт ин Инвиам, мем, виндикарет, эт, дигнитатем. Стихи читать, я не знаю, как их читать. А давайте пока перейдем к предложению-то. Потому что или поэтому, если не... Так. Ну вот одно делает знак отказа, если не отрицающий или не отрицаете. Да, если вы не... Не отрицаете медицину или лечение. Ну. Как? А что такое красином турбо? Завтрашняя какая-то толпа, что ли?
Что за толпа? Красину. Красину это завтрашнее? Да, завтрашний день. Турбо. Это толпа, она бы Винзикарет. И тут... Беспорядок, замешательство. Тут вот это одно, оно, это же часть периода. Тут не... Но имеется в виду, что если бы вы не дали согласия на то лечение, о котором я молю вас, mm-hmm. тогда это турбо Виндикарет. И реалис. Если бы вы не... Да-да-да. Конъюнктив. Если бы... если бы вы не согласились на лечение, да, то есть если бы вы отказались от лечения. Ну да, да, от этого средства, да. Не знаю. Уже... Уже было готово какое-то смятение. Наверное, уже была бы готова. Было бы завтра беспокойство какое-то, которое... А турбо, наверное, это какие-то люди все-таки, да? То есть, которые бы ее погубили бы ее, да? Видимо. Которые и не... А может, беспокойство? Ну, не знаю. Да. Которые... Карят. И не Ури, и на Ури его наделять слухом. Выслушивать. Виндикарит. Обиду, несправедливость. Отомстили бы, да, то есть наказали, покарали бы, что? И отомстили, то есть и эту самую. Ну, в смысле, ей, мне. Оскорбление, обиду какую-то мою. Это что за обида-то? Что за инюрия? Что за оскорбление? Видимо, что-то, если бы они отказались и молчать, то была бы инюрия, а ее дигнитас, наоборот, было бы нарушено. Поэтому им бы отомстили за это. Ну нет, подождите. То есть была бы инюрия. Это же объект глагола виндикарит. Да, да. Они бы отомстили за инюрию. За дигнитатом. За обиду и достоинство. Это мы поняли. Это мы так и привели вроде. Ну, Наталья так и привела. А что за... Я говорю, что за обида такая? Ну, обида – это первая часть. Если бы они не одноисатис дехак медикина. Если бы они не согласились ее вылечить. Она же говорила, если помните, в самом начале вот наших сегодняшних чтений, что она пришла сюда не по причине своей обиды, а из-за их возраста. Вот. Это, по всей видимости, про ту обиду, которую они ей уже нанесли. Что-то, что произошло раньше в храме? То есть они ее оскорбили, но это ерунда. Оскорбили, да? Я начинаю понимать, да. Но это ерунда. А главное, что они шалуны. Они хулиганы такие зеленые. А такие зеленые хулиганы, они могут разгласить тайну еще, к тому же. Мало того, что они женщину в храме оскорбили.
Ну, то просто есть... в контексте римского права иньюрия – это очень широкое понятие, поэтому там может быть не только оскорбление, как мы это сейчас трактуем. А что еще, например? Ну, может быть, и деликт какой-нибудь, не знаю. Преступление, в смысле? Может быть, сломали что-то. У нас просто нет вот этой сцены, о которой речь. Получается, что она немножко сейчас ему угрожает, да? Она говорит, хорошо, что вы меня послушались, потому что если бы не послушались, то завтра бы прибежала уже толпа, бы, которая бы вас бы наказала, да, за мою. То есть об этой обиде еще кто-то знает, свидетели были. Ага, но они наказали бы за обиду, а не за то, что они потенциально могут огласить тайну. Они знают только об оскорблении. А она понимает, что они еще и могут разгласить тайну вековую. Если бы вы... Странно, что он насчет медицины называет. Ну ладно, осталось много непонятного все-таки. Что за оскорбление такое? Или, Юра, вам все понятно? Но это, Вячеслав совершенно прав. Инъюрия – это не только оскорбление. Инъюрия, если там руку ломали кому-нибудь, это тоже была инъюрия. Инъюрия – очень широкое понятие. Просто за эту несправедливость они бы отомстили. Мэм. Понимаете, мэм. Ну что-то, ну ладно, неважно, что-то нехорошее, они же ей сделали, да? Да, да. Мне кажется, что они могли бы своровать у нее что-то просто, или попытаться. Вот. Как, давайте посмотрим, как они приводят слово «инили». Молодцы, они кальку делают. По-французски это, ну, тоже оскорбление вроде, да? Приступ, ругать. Ну да, это оскорбление какое-то, вот это слово. Как-то, в общем, они, мне кажется, они именно обидели ее. Унизили ее достоинство. Смотрите, достоинство еще оскорбили. Достоинство – это дигнитатом как раз. Ну, это гендиадиз в данном случае, мне кажется. Не Юрий, а дигнитатом. Может быть, да, может быть, согласен. То есть они как-то женщину обидели. Оскорбили, наверное, ее как-то там. Обозвали. Ладно, неважно, это же не... А вот, стихи же сейчас нам расскажут. Это же она читает стихи. А читаете вы, Юрий, как раз стихи? Можете две прочитать, а можете все прочитать. «Унт мне турпест, легем донаре супербум, окамо кот пасум, квалибет ирвиа, нам санет сапиенс, контемтус юрген эктит». Эд Квинон Югулат, Виктор Абересалет. Я, значит, подозреваю, кстати, что тут может иметься, исходя из этого стихотворения, исходя из того, что будет дальше, тут может быть, что они ее обидели, отвергнув ее в сексуальном смысле. То есть она говорит, стыдно, значит, глупо быть отвергнутой как раз контемне, презренной. А я люблю, видимо, хок ама легим донаре супербум. А я люблю как бы давать, гордо давать закон. Сама, в общем, устанавливать правила, как я понимаю. Хотя, кстати, я сейчас, на самом деле, нет. Вот тут, я думаю, может быть, или вообще другой смысл, или два смысла, потому что донаре легиум – это тоже юридический смысл какой-то. Сейчас надо посмотреть. Донаре легиум, есть юридический смысл этого. Да, да, донаре легиум – это отказаться от иска. Только так может переводиться, да?
Нет, ну, это, ну, по крайней мере, может так переводиться. Супербум, то есть какой-то... А что значит супербум легом? Это какой-то закон суровый, что ли? Или высокомерный, что же здесь там? Может быть. А это может быть еще генитив. Легиум суперборум. Ага, да, да. Закон каких-то... А кого гордецов. Кто-то... А кто это такие? Тут как это называется? Не редукция, а это, блин. Синкопа, да, это называется? По-моему, да. Так, а контем мне это пассивный... Инфинитив. Инфинитив, да. Да. То есть постыдно быть отвергнутой, что ли? Да, да. То есть они ее отвергли. Но они же геи, да, вроде как, ребята эти? Вот они ее отвергли. Она занимается храмовой проституцией, например. Ну, времени было. Да, да, да. Ну, типа того, да. Легим Данари супер. Ну, кстати, наверное, наверняка есть в дворецком супербом. Со ссылкой. Супербус. Либо Лекс надо смотреть. Давайте я сейчас Лекс посмотрю. Не, вроде нет. Ну, вроде нет этого выражения. Да, нали. Так, что, в чем? Тут, исходя, опять-таки, из дальнейших строчек, тут смысл в том, и из предыдущих тоже, что она не будет на них подавать иск. Ну, может, вы дальше переведете, мы вернемся к первой строчке. Все. Дальше она говорит, что она любит, что может идти той дорогой, какой захочет. Какая любит, какой угодно. И, значит, мудрец, значит, мудро и благоразумно. Мудро и благоразумно. Как бы сейчас я сформулирую, тут общий смысл понятен. Мудро и благоразумно как бы презреть ссору. Я думаю, вот так. Кого презреть? Ссору, Юргия. Ну, спор. Опять-таки, в юридическом смысле, я думаю, как раз на который вот иск не подавать. Она говорит, а дальше здесь мудро и разумно презреть ссору. Et qui non jubilat,
И кто, кто не... Ну, то тоже Югалет, тут не в смысле зарезать, конечно, я думаю. Ну, хотя, может быть, и зарезать. В общем, тот, кто не делает вот это что-то плохое, а там тот, кто не убивает, тот, кто не... В прямом смысле, может быть, и тот, кто не... И ссорится, тот уходит победителем. Ну, то не усугубляет, да? Да, да, да. Тот, кто, да, не усугубляет, тот уходит победителем. А, то есть это такой гимн миру. Да, да, да. Но при этом она начинает с того, что быть отвергнутой – это, конечно, позор. Да. И без всякого... Вот странно, что без всякого перехода она говорит, что это нормально все-таки. Я это люблю. Какой-то анекдот про этого садиста и мазохиста. Но я это люблю, быть униженной, отвергнутой, что ли. Потому что могу... Нет, почему? Наоборот, быть отверженной – это глупо. Ну, значит, глупо. Это постыдно, это не турбо. Ну, да, или постыдно. Быть отверженной – постыдно. А дальше надо было сказать, но тем не менее я... В общем, я... Зато я умная, и я не буду из-за этого переживать. Но она не говорит никакого «но». И, кстати, почему... И почему... А, подождите. Может быть, «канде»... Почему там инфинитив «донарве», кстати? А точно «канте» мне это инфинитив? Это может быть еще какое-нибудь причастие в дативе? А, ну, наверное, нет. Ну, что если его активно прочитать? А. Здесь. То есть «турпе эст контемни легем донаре супербум». То есть стыдно презирать, отказываться от иска. Отказ от иска презирать, нет? Ну, не знаю, ну, у нас же был случай, когда Петроний там использует какой-то активный глагол в пассиве, в депонированном смысле, и из-за этого меняется прочтение. Отказаться судебного преследования. Блин, я не понимаю. То есть, видимо,
Ну да, вот как кто-то из вас сказал, то есть стыдно отказываться от возможности, то есть презирать возможность, отказаться от отказа. Стыдно отказываться от возможности, отказаться от преследования. То есть, если есть хотя бы маленькая лазейка, чтобы установить мирные отношения, то нужно воспользоваться, а иначе стыдно будет. Так что... Кажется, смысл понятен. Ну, он кривой какой-то. Ну, ладно. Это хитро вывернутая фраза тогда получается. Презрение вызывает стыд. Просто одновременно, я полагаю, что тут одновременно юридический и эротический смысл. Еще эротический? Какой эротический? То, что отвергнуто. Да, то, что отвергнуто, и сейчас она будет исправлять это дело дальше. Свою отвергнутость. Мепри – это презрение. Вызывает стыд. Слушайте, а мне кажется, супербом это вообще не согласовано с лэгом, кстати. Кстати, лэг какого рода, кстати, между прочим? Супербом эст, наверное, вот что имеется в виду. Турпо эст и супербом эст. То есть стыдно быть отвергнутой, но при этом высокомерно, тут как бы мэн эдэ такое есть латинское. С одной стороны, стыдно быть отвергнутой, но с другой стороны, высокомерно. А, нет, не высокомерно. А наоборот, что-то супер может значить что-то хорошее. Ну, то есть это великодушно там. Они не согласованы. Супербум. Супербус. Это значит славно. Вот как французы приводят. Есть значение щепетильный, разборчивый, есть еще гордый, благородный, славный, великолепный, пышный. Вот, превосходно, да. Превосходно, благородно, да. А, супербум эст, то есть здесь пропущено, да? Я говорю, супербум эст, да. Тут параллелизм такой есть. И тогда никакое но не нужно. Да, то есть... стыдно быть отвергнутой, но зато как бы круто, скажем так, круто, супербум эст, отзывать иски. Угу, да. Это красивый жест такой. Так, давайте отдохнем на 10 минут. Ладно. Подключимся. Хорошо? Так. Я читаю, да? Угу. Давайте, кстати, хочется стихи прочитать. Сейчас почитаю стихи, вы тоже, если хотите, прочитайте. Contem ni turpest, legem donari superbum, hocamo quod possum, qualibit iris via. Нам сани эт сапиес, контемтус юрю энексит, эт квинон югулят, Виктор абирсалет. Хотите, Вячеслав? Контем ни турпест, легем донаре супервум, хок маквот пассум, нет, хок маквот пассум, квалибит иравия. Да? Хок маквот пассум. Qualibit iravia. Nam sine et sapiens contemptus iurgia nectit. Nam sine et sapiens contemptus iurgia nectit.
et qui non jubilat victor abire solet. Угу. Наталья, хотите попробовать? Ну, могу. Наталья? Да, я тут. Давайте, надо учиться. Contemnitur est legem... Contem. Contemnitur est... Contemnitur est... Contemnitur est... Contemnitur est legem donare... Legem... Legem... Legem donare superbum. Hoc amo quod possum, qua libet ire via. 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 Пентаметр. Что? Это пентаметр. Вторая строчка – пентаметр. Вторая и четвертая строчка – это пентаметры. Они ровно пополам делятся. Да? Хокам и кот пасум, квай либит ира. Пасум, квай либит ира су, виа. Квай либит ира виа. Квай либит ира виа. Нам санне эт сапиенс контем Contemptus. Нам сане эт сапиенс контемптус. Контемптус. Контемптус юргия нектит. Нектит. Ну да. Эт кви нон югулат. Югулат. Пауза. Югулат. Виктор. Виктор абире. 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 Абире солет. Ага, хорошо. Все, дальше вроде я читаю. Комплозис де инде манебус интантум репентеризм и фуза ест. Ут тимеремус. Идем экс альтера партия эт анкило фекет квай приор венерет. Идем вергункула квай уна интроверет. Она, значит, эта женщина разразилась таким внезапным смехом, после этого, наверное, всплеснув руками, что мы испугались в итоге. А кто такая Вергунгула? Не помню. Не помню. Может, помощница ее вот это? Молоденькая девушка, типа девочка. Ага. Чушка. Из... То же самое, с другой стороны, проделала и служанка, которая до этого вошла. Она же вот эта девчушка, да? То есть вот эта девчушка, которая вошла, которая уна. Уна в смысле одна или в смысле вместе вошла? А, нет, их там три женщины, что ли, было, получается. Вы не помните? То есть, с другой стороны, Анкила, то есть служанка, проделала то же самое, то есть она засмеялась, наверное, которая до этого вошла. И то же самое сделала девчушка, которая вошла вместе с женщиной. В храм. Да, мне кажется, так. Угу. Я сейчас не помню, что их три было. Так, давайте, Вячеслав, тогда ваша очередь сейчас. Omnia mimico risu ex nuerat, cum interim nos, quae tam repentia esset mutatio animorum facta, ignoraremus. Ac modo nosmetipsos, nosmetipsos modo mulieres interemur. Omnium mimicu risu. Значит, omnium mimicu. Значит, они издали omnium mimicu, вот, наверное, одним каким-то
Движением сейчас. Наверное, заразительным смехом мимику. Так. Может, притворный? Тут есть такое значение. Ой, напускной, да? Угу. Да. Вот Наталья выправлена. А, да, то есть прозвучали, то есть таким притворным смехом. Интерим. Так, кум, это здесь. В то время как, наверное. Или в то время как. Между тем мы. Игнорарамус. То есть мы не знали. Не знали, что было сделано настолько резкое изменение духа. То есть вот это не можем. Факта есть. И моду это или, наверное. Да, то-то. Мне кажется, то-то. А, то-то? Татошка. Угу. Вон такой. Так, на смотри. Мото-модо. То-то, да, четвертый, угу. Посмотри. Так, что-то у меня Носметипсос. Нос метипсос не ищется. Наверное, это надо отдельно искать. Нос и метипсос. Да, ну вот у меня даже метипсос просто не ищется. Я посмотрю, как в другом издании. Так, это 19-й начало, да? Нос метипсос. Нос метипсос. Вот. Мы не догадались. Угу. Нос смет, да, с этой стороны. Так. Мы там вот это смотрели, глядели, да, то на нас самих. Да, то есть то на нас на нас самих, а то на женщин. То на женщин. То на женщин, да. Я не понял сюжета, даже что они там не знали. Так. Так. Они не знали. Нужно найти аккузатив, по идее. Факта эссет, наверное. Нет. Квай, вот, наверное, квай, да? А, мутатио. То есть мутатио, это же номинатив, да? Мутатио, факта, репентина. То есть внезапное изменение. Ну, наверное, вот этой атмосферы психологической. Ну, то есть здесь почему?
Ну да. Между тем мы не знали, не квай, не понимаю. Но здесь, очевидно, смутать ее согласованно. А зачем она нужна в школе? Ну, хорошо, да. Лучше мы не знали. Но сигнорармис квай там репенти наисет мутатио. Аниморум. Да? Это же квиквайквот, который ну, объяснительный, экспликативом, наверное. То есть, что за изменение, да? Что за квай? Ну да, квай игнорармус, там как раз конъюнктив имперфектный после квай, поэтому мне кажется, что это код экспликативный. А не после кум? Ну да, экспликативный, наверное, с кум, но там тоже есть что-то. В общем, я не уверен, вот зачем-то конъюнктив стоит. Смотрите, вот все-таки где объект глагола игнорарум? Видимо, его нет вообще. Мы не знали, хотя мы не знали, или поскольку мы не знали, какое изменение внезапное, столь внезапное произошло. Или не понимаю. А у игнора есть? Не понимаю. Зачем? Не имели понятия. То есть мы не имели никакого понятия о столь внезапном изменении. Что-то знает, вот я не ищу. Ну, у меня первая интуиция была, что перевести, собственно, что вот было, что было такое изменение как раз. В смысле, вы хотите сказать, что только вот во множественном числе тогда? Или это согласованно? Да, тогда? Согласованно с мутацией просто. Мы не понимаем, что за, да? Что за изменения? Mm-hmm, да. То есть они не понимали эмоций их. Так, ну мы себя не обманываем, да? Может, мы просто не понимаем? Какая? Ну, какая, да? Какое изменение столь внезапное? Ну да, между тем, как мы не понимали, какое столь внезапное изменение, какое именно изменение произошло. И смотрели, глядели то на нас самих, то на женщин. Ну, в общем, ладно, грамматика не совсем, но смысл-то ясен, да. Получается, Наталья считает. Идео ветуи ходи ин хок деверсовио квенквам морталиум адмити утремедиум
Цианы, сине куля, интерпелационе, а вобис ацепером. Кипером. А поэтому... Так, тут глагол... Это, слушайте, это новый кусок вообще, да? История с женщинами закончилась. Или нет? Нет-нет, это она говорит. Я вам запрещаю. То есть не вам, а я просто запрещаю допускать, в общем. А, это кавычки такие, да. Это же кавычки, да. А, это кавычки. Поэтому... Да. А поэтому я запрещаю или возражаю сегодня А как мы переводим диверзорию? Гостиница, да? Да, обычно так переводили. Ну, то есть, в гостинице. Дальше идет акузативскому инфинитиву. Я запрещаю, чтобы... В гостиницу адмити. В гостинице, хок диверсорио, кто бы то ни было, да, к вам это логическое подлежащее. Кто-то. Кто-то. Адмити это... Допускать. Пассивный инфинитив. То есть кто-то был принят, я так понимаю. Кто-то из... Чтобы хоть кто-нибудь из смертных, чтобы сюда приходил, был допущен сюда. Кто-то из смертных. Дальше какая-то чушь написана. Не, ну вот про эту лихорадку-то... Так. Она не... Так, ремонтируем. Так, кипером, да, чтобы я приняла. Приняла, в смысле, употребила какой-то, да, ремедиум. А, ут. Так, ремедиум лекарства, ут. Как лекарство от терцианы. Вот это лихорадка. Без какой-либо... Угу, да-да, терпелатио. Знаете, это, по-моему, что-то противодействие, вмешательство. Прерывание. Без прерывания. Это хоть без помехи. А, без помех. Привлечение к судебной ответственности опять. Без судебного иска. Не-не, а вобес, смотрите, без всякого помех от вас. Чтобы я приняла лекарство от лихорадки без всякого вмешательства с вашей стороны. Угу. Получила. Что значит? Как связано одно с другим, я не очень понимаю. Понимаете, да? Типа никто что-то не должен прибыть в эту гостиницу, чтобы я могла принять спокойное лекарство без помех. Она решила у них поселиться, что ли? Там принять его? Да-да, она сейчас оргию будет устраивать. Оргия сейчас начнется? Да-да-да. Поэтому никого не пускать. То есть лекарство от лихорадки – это оргия? Да-да. Как они закрутили-то? Откуда вы это знаете? А я уже прочитал. Платье? Да-да.
Все, вы по-русски, по-русски я тоже давно читал. Я помню примерно сюжет. Вы всю книгу по-латински прочитали? Нет, нет, нет. Я прочитал только несколько пунктов вперед сегодня. А. Я-то не читал. Хорошо, ладно, интересно стало уже. Так, прошу всех паспорта показать свои. Я напишу, что это 18+, дальше. Так. Хай, кто читает дальше? А и вы читаете. Юрий, вы читаете. Да, микрофон забыл включить. Так, Утхайк Диксит, квартила, Аскильта с Квидом Паулиспер обступает. Эгаутом фригидиор хими галлика фактус нулюм поту и вербум эмиттере. И когда это следующее сказала квартила, Аскильта как бы очень-очень быстро онемел, оцепенел, обступает. А я же стал холоднее гальской зимы и не мог вымолвить, ну, в общем, отправить, вымолвить ни слова. Mm-hmm. Они, видимо, подумали, что их сейчас будут убивать. А, они подумали, да? Сетный квит тристи с экспектаром. Комитатус векиеба. Тресенем эрент мулиер кулей. Секвит веланд конари. Инфермиссимай скиликит контранос квибус. Синихиталиус виривис сексус эссет. Так. Этот товарищ мой, да? Сделал. Но чтобы я не ожидал что-то более мрачное, товарищ сделал. Не понял. Но, наверное, комментатус векиебат. То есть, видимо, товарищ в этот момент сделал то, но товарищ мой сделал то, что-то такое еще более ужасное, что я даже не ожидал. Так что. Ох. Ну давайте я дальше переведу, потом вернусь. Я вот это когда читал, я тоже не понял. Там я уже посмотрел перевод тогда. Но там в переводе не. Я все равно не понял, даже после перевода особо так. Но имеется в виду, что как бы что меня не расстраивало, так это вот комитатус, в смысле эскорт. Да, и дальше он перечисляет, что их было трое женщин против нас. Комитатус, то есть, подождите, то есть это не его друг? Я думаю, комитатус это его друг, вот это их двое же, да, товарищи эти? Да, да, но он дальше будет оценивать просто силой, да, то есть, видимо, что его не расстраивало, да, так это то, что там дальше, да, что их было трое бабенок, а нас трое мужиков, и мы бы с ними справились. Почему трое? А почему трое мужиков, вроде их двое? Их двое, и еще их малолетний любовник. О, боже мой. Гетон. Ну, двое мужиков и мальчик, можно сказать.
Тогда смотрите, комитатус у нас четвертого склонения. То есть это либо, то есть может быть и номинатив, то есть вот моя компания здесь совершила, но давайте дальше почитаю. Этих бабенок, как вы сказали, мулерикулой, было три штуки. Если бы они захотели попытаться, да, они какие-то инфермиссимые, какие-то, ну, какие-то не твердые, то есть распутные, что ли. Контрнос, кротин. Что такое, извините, секс? Давно не смотрел это слово в словаре. Дети. Лоял пола. Кстати, склонение. Тоже четвертое, что ли? Почему? За что? А Вирилиус — это ведь мужской. Это они мужского пола, как я понял. Черт. Если не что иное, квибус. Синихиль Алиот. А, инфермиссимые, то есть они как бы не настоящие женщины были. Ну, настоящие, просто немощные. Немощные женщины против нас, как я понял, синихиляги, алют, как против нас, которые как бы не ничто иное, как мужеского пола людей. А что значит выражение «квит верент конаре»? Конор-капитация, ведь, да? Да, да, да. Пытаться пробовать, приступать. Если бы они на нас покусили, что ли, захотели покуситься? Да, да, я думаю, так. Бы, тут конъюнктив, вот эти слабенькие, против на нас. Знаете, эссет, это же единственное число. Сексус, у которых нет ничего другого, кроме их принадлежности мужеской. Квибус, наверное, у которых, да? Нас у которых. Нет ничего другого. Я думаю, так, да. Да. Кроме нашего органа, так сказать, извините выражение. У нас Наталья сегодня, поэтому я выбираю выражение. Ну, в общем, то есть у нас нет другого оружия, кроме наших этих самых огурцов, в общем. Не ожидал такого. Так, возвращаемся к четвертому. Сетный квит тристиус экспектарум комитатус фикиебн. Я думаю, что здесь опять двойной смысл, и в смысле складки, и в смысле сексуальном, потому что там дальше тоже будет
ipse cum quartilla consisterum ascilpis cum ancilla gitom cum virgine. Блин. А как в Советском Союзе это переводить, было интересно. Подожди, а все-таки, а что за складка, вы сказали? Складка? Какая складка? Что-что? Складка? Ну, в общем, как комитатус фагебут, еще раз. Комитатус фагебут, я не понял. Комитатус — это же не обязательно товарищ, это может быть и группа лиц, как эскорт сопровождения. Наверное, это имеется в виду комитатус фагебут, это составить как бы пары такие. Вы думаете, так? Или компании составить какие-то, компании, какие-то связки из людей. Но. Комитатус, кстати, есть, да, это combination, association. Есть такое значение, да. Вы, наверное, правы. Так, тут сравнительная же степень, да, вот этот тристиус. Тристиус. Причем факебот — это обычный индикатив. Сделал. Но айтспектарум — это первое лицо. Ну, кажется, как можно будто... у факиебет поменять просто последнюю согласную, и тогда все будет хорошо. Последнюю согласную? На какую? Ну, факиебом. То есть составил вот эти компании. Факиебом, ну такой есть вариант. Так это не он составил, эта ситуация так сложилась. Он сам в шоке. То есть... Так он их дальше составляет. Как раз, нет? Мы в комментарии сегодня не заглядываем? Комментарии. У меня есть... А вот в этой книжке 16, да? Какие-то немецкие были у нас, да? Более полные или не было? Если у итальянцев посмотрю, нет никаких пометок. Или им и все с рождения понятно, что это все значит? Нету тут. Вроде не... А, нет, подождите. Ага. А вот в Любе в конце нету? Это значит, какая страница? 79-я? В конце там ничего нет? Ну, Люк, конечно, но это не для этого. Просто текст дается, все. Значит, еще раз. Значит, этот Аскюльт, он совсем онемел, а я же сильно испугался. Так что не мог даже слово вымолвить. Но экспекту, может, сейчас посмотрим, почитаем статью, она нас наведет на что-то. Экспекту. Это не то. Да, там вот так вот давайте. Ну, опасался, смотрите. Вот, опасался. Но то, чего я больше всего боялся, а не зачем тогда? Нек...
Квит — это то, чего он боялся, да? Я думаю, что тут мы все-таки, то есть, чего я менее опасался, так это комитатус, как бы, сопровождение ее тогда. Комитатус — это вот это женщины, которые с ней пришли. Но а это тогда как? Чего я... Чего я не опасался, так это комитатуса. Не опасался. Да, да. И он уже говорит, что он же описывает дальше как раз, что это три слабосильных женщины. Чего их опасаться? Нас на них хватит. А что он до этого тогда... Во всех смыслах этого слова. А что он тогда до этого пугался? Стал холоднее, чем зимняя Галия. До этого, я думаю, что он испугался как бы реальной схватки. Тут же, я думаю, что здесь, как я уже сказал, такая двойная, что и это вообще очень частая тема в римской, особенно поэзии, где любовное дело сравнивается с военным. Да, из-за видения. Да, соответственно, тут вот он как бы и схватка, и такая, и в прямом смысле, и в любовном. Вот я думаю, что он поначалу испугался, как бы, что она их запирает ради какой-то реальной схватки, а потом про схватку любовную уже пошла речь. Ну да, я теперь понял вашу мысль. Давайте посмотрим, как это проинтерпретировали галлы сами. Однако... Деномбре – это... Немпеше, то есть декрендер, то есть крендер. Это не препятствовало бояться. Но очень сомнительного исхода, получается. Что это значит? Поражение. А деномбре? Я что-то не помню. Это численное превосходство, которое на стороне их будет. Хотя, видишь, там 3 на 3. А. Однако, как бы, пересчитав наши силы, нашего войска, этот пересчет заставил меня отпустить страх. То есть я помешал мне бояться слишком уж какого-то вот такого исхода сомнительного. Перевес-то все-таки был на нашей стороне. Какие бы. Ну, как бы это пересказ, это не перевод явно. Блин. Да еще итальянский смотрю. Все смогу итальянский понять сейчас. Но я успокоился. Я успокоился по поводу опасности, неопределенности. А еще хуже, еще более худший. Ну, из-за того, что я не был один, вот, как так. То есть,
Да. Знаете что? Мне кажется, что комитатус это как раз-таки номинатив здесь. То есть наличие у меня подмоги сделало так, факиебет, что ут пропущен, ну, как бы имею в виду, что я не боялся самого худшего. То есть я понимал, что ситуация тяжелая, битва предстоит большая, но самое худшее не произойдет, потому что у меня есть подмога. То есть комитатус меня сделал так, что я не боялся худшего. Вот, на самом деле, это простая фраза. Если комитатус это подлежащий. Вот так, наверное. Дальше он объясняет, потому что женщины-то были слабенькие. Против нас, у которых ничего не было, кроме, ну, то есть имеется в виду, что то, что у них было все-таки, да, это серьезное оружие. Ну ладно, ну вот как-то так. Мне нечего добавить, давайте дальше пойдем. Если у вас есть, скажите. Кто читает после меня, Вячеслав? Вы, да? Mm-hmm. Да, ну, вообще, мне кажется, хорошая идея последняя. Так. At praekingti kerte altius eramus. Immo ego sic iam paria composuerem ut si depugnandum foret, ipse cum quartilla consisterem ascultus cum ancilla giton cum virgine. Но окруженные, получается, эрамус керте альтиус. То есть мы были бы, очевидно, выше. То есть победили бы, по всей видимости. Я уже таким образом составил пары, что если forit depugnandum, это герундив, наверное, да, то есть mm-hmm. если нужно будет сражаться, я, значит, консистером буду как бы сопровождать или буду стоять с, или, в общем, буду взаимодействовать как-то с квартилой, с культ, с этой служанкой, гитон или гитон с девочкой. Так, это мы вырежем. Только в пятой, смотрите, там, мне кажется, нету Иреалиса, да? Ирамус. Угу. Однако окруженные, мы, конечно, были сильнее. Ну, Альтиус как-то выше, сильнее, что это такое? Это лучше профессия. Альтиус, да, это. А как это связано с окружением? Кстати, а ведь это не согласовано, получается. А тут почему-то нет форм, да? Ну, не фиг с ними. Мы. Это наречие тогда получается. Вроде. Мы были сильнее. Mm-hmm. То есть мы были сильнее окруженные. Не понял все-таки. Я думаю, что здесь не окруженные. Вот этот прайкингу, насколько я понимаю, у него прямое значение опоясывать, а окружать это переносное. Я думаю, что они были лучше опоясаны, то есть снаряжены, тоже опять-таки военная метафора. Они были лучше снаряжены. Вот, то есть, смотрите. Я думаю, так. Выше подготовлены к бою, наверное, в данном случае. Да, я думаю, выше подготовлены к бою.
намного лучше подготовлены к бою мы были. Тоже, наверное, какая-то пошлость, да? Так, ну тут какие-то кусочки. Так, самое интересное, что нет, что ли? Отсутствует. Вот это, вот тяна. Ну, суть читает. Дальше читает Наталья, да? Donc vero exidit omnis constantia attonitis et mors non dubia miserorum oculos cupit obducere. Наверное, так. Тогда кто-то упал, эксибит, всякий, Констанция. Констанция, да, то есть это какое-то постоянство. Ну да, тут постоянство, но эксидио. Это экскидит. Ну. Экс. Я не понимаю, что за мизансцена тут. Экскидио, разрушение, разорение. В общем. Атонитус. А, атону. Мне кажется, тут они пораженный. Позанимались сексом и все уснули просто. И смерть сравнивается. Нет, тут они это перед еще происходит. Перед. Это еще дальше будет. Ну а что тут они все умирают от чего? От ударов? Судьбы. Нет, от испуга просто. Да, а какой-то новый кусок совсем. Ну ладно. Тогда наверное, Константия, это, наверное, тогда облатив, да? Из-за постоянных ударов, да? Однако тогда каждый падает постоянных. И несомненная смерть, да. И смерть. Ой, какая смерть? Подождите. Нет, мост. А, смерть. Мост, да, точно, смерть. Обдуться. Ну, как, обволакивает, как бы стилает, что ли, обдуку, да? Приводит. Приводит. А вот это место смежает, ну да. То есть смежает глаза, да, веки. Веки, да, по-моему, глаза. Смежает, начинает смежать веки. Кость. Окулус несчастных. Вот, ну, по-моему, совершенно не факт, что это отсюда. Я думаю, я с вами согласен, кроме Констанция. Констанция, по-моему, это номинатив, и она экскидит. Mm-hmm. У них, из них уходит твердость тоже во всех смыслах этого слова. Omnis, exidit constantia, omnis attonitis. А-а-а. И что, как получится? От нас пора как бы, или ну, нам пораженным, как бы нас пораженных покидает твердость. Как это странно сказано. То есть Констанция, то есть это твердость. Угу.
А, получается, это... Ну, ладно. Ну, допустим, да, хорошо. Экскидунт, это может быть с дативом. Я смотрел, когда читал, там были примеры. На датив. Угу. То есть мы все лишаемся констанции. Да. И морс смежает нам глаза. Ну ладно. Тогда вы дальше. А, моя очередь, да? Да-да-да. Rogoing on Domino, Sequitristius, Paras. Келериус конфики. Неквенем там магдам факинус адмиссимус удебиамус торти периры. Значит, и я говорю, молю тебя, госпожа, если ты готовишь что-то скорбное для нас, совершай это быстрее. Не, как бы, не такой большой проступок мы допустили, мы совершили, чтобы мы должны были ut debiamus perire torti, чтобы мы должны, должны, как бы, ну, что мы должны бы в конъюнктиве умереть замученными в пытках. Ага. Наверное, ну да. А что за пытки? Наверное, реальный секс какой-то, что-то такое. Ну, тут, конечно, можно долго об этом обсуждать. Представлять. Я смотрел фильм Феллини, но я не помню там таких сцен, честно говоря. Но я очень давно смотрел. Фильм отвратительный, как говорил Любжин, со склонностью итальянцев это, в общем, делать максимальное омерзение из того, с чем они сталкиваются. Чушь. Я уже сам отвратительно ненавижу его. Так. То есть, хочешь сказать, что все фильмы Феллини отвратительные, что ли? Я только этот смотрел. Да он его не смотрел. Он постоянно говорит о вещах, которые он не читал, не смотрел. Я его хорошо знаю, кстати. Ну, фильм мне тоже не понравился, на самом деле. Мне понравился, но я давно смотрел. Ладно. Так. Ну, давайте две фразы прочитаю. Вот эти. Анкила квай психи вакабатр. Вот это я слово не знаю. Ладикулом. Паюмента дилигентер экстендит. Анкила, которая... О, как психея. Которая звалась психея. Как что-то часть тела, наверное. Какую-то лодыжку, наверное. Одеяльца. Она покрывала... Где? Она натянула покрывальца осторожно на паюмента. А у вас, Любжин, что читал? Какие-то курсы, да? Нет, у меня ничего не читал. Он что-то читает в бакалавриате, а я в магистратуре. В МГУ тоже подвязался, да, сейчас? Раньше, по крайней мере, читал, сейчас не знаю. Так, значит, это какая-то... Да что ж такое, это какое-то странное слово. Вам просто через V надо набирать. Это по вементум, это в смысле, ну, как тротуар. Этот на пол, в общем, он положил. Ой.
Господи, не могу найти слово. Ты что-то неправильно делал, да? Через Ви, Михаил, как Вин дальше. А, павименту, но это слово я знаю, да. Угу. Дьяльца. Она разложила его, видимо. Она разложила аккуратненько одеяльца. Блин. На пол, в общем. Сликитавит Ингвейна моя милия мортибус фригида. Ингвейна, что такое? Слава новая пошли. Пах. Ага, понятно. Ну, понятно. Почему моя? Как будто женщина какая-то рассказывает. Как будто она что-то говорит. Соликитавит, это что, привыкла, да, ведь? Солико. Нет, вот наоборот. Это... Как это сказать-то? Трясется, что возбуждена. Да, трясется, да. Ну, то есть она, у нее как бы ее разработан уже тысячу смертных. Трясется. Ну, это как будто бы Ингвина моя. Да, Соликитавит. Ну да, вот эта штуковина ее, она возбуждена уже тысячу фригида. Она Соликитавит Ингвина, которая фригида. Она фригида Мортивус. Собственно, потому что она фригида, ей приходится соликитары ее. Ну, я не понимаю связь. Подождите, значит, она уже тысячу фригида, то есть она холодна, да? Она холодна, значит, его половые органы холодны, а она их, наоборот, возбуждает. Прошу прощения. А соликитавит – это возбуждать или сам возбуждаться? Возбуждать, да? Возбуждать, да. Моя кажется, штуковина вот эта, она возбуждает. Нет, а Ингвина тут в, значит, в аккузативе. А, вот почему. То есть возбуждает своей штуковиной. А что возбуждает для объекта возбуждения? А объект возбуждения – это Ингвина. Да нет, это инструмент возбуждения. Да? Блин. Ну, почему это инструмент-то? Это она служанка, а инструмент мой, это, значит, как его зовут-то, господи? Аскильд и, как его зовут-то, я забыл. Гетон? Нет, Гетон – это юноша. Автор, от лица которого ведется повествование-то. Колпий, наверное. Да. Энколпий, он... Значит, она его как раз возбуждает. Что происходит? Вы можете буквально перевести дословно? Она возбуждала его половой орган, который был, значит, холодный, как у тысячи мертвых. Или холодный, как бы, тысячу смертями, дословно. А орган это где? Какое слово? Ингвина? Ингвина, да. Так это же женский орган. А вы думаете? По-моему, нет. Я так...
Это... А, тут не сказано, чьей конкретно. Почему? Его... Нет, нет, не обязательно женский. Я сразу понял, что живот это женский. А, я просто изначально думал, что это понятно, что это ее орган. Возбудила, возбуждала. Хорошо, мой как бы лингвам, да, скажем так, фалос, да? Да. Уже... Ингвим, вирус даже, вот я смотрю пример. Там это к мужчинам относится. А, ну я изначально понял, что это, да, ее, ну, влагалище, в общем. Тысячу уже, фригидная уже тысячу смертей. С тысячу мертвецами. Да, а почему он холодный? Ну ладно, не будем обсуждать. Я думаю, достаточно с этих строчек. Можно дальше идти. Недостаточно. Достаточно, наоборот. Можно переходить к Аскильту, который покрылся, так сказать, при виде этого зрелища. Ну, давайте, это Вячеслав сейчас нам переведет. Operuerat Ascultus palio caput, admonitus scilicet periculosum esse alienis intervenire secretis. Значит, Аскюльт покрыл голову вот этим плащом. Скиликет следует знать. Адмонитус. То есть предупрежденный, наверное. И такой... Предупрежденный, не знаю. Admonitus scilicet, может быть, это какой-то... В общем, это, как следует знать... Очевидно знающий. Да, очевидно знающий. Scilicet — это наречное просто. Да, то есть очевидно знающий, что intervenire secretis alienis, то есть intervenire, проникать в чужие секреты, опасно. Угу. Так, это все та же сцена, да? Ну, давайте дальше, да. Наталья, да? Или вы хотите еще почитать? Вячеслав? Ну, не знаю, могу, конечно. Давайте почитайте еще, да, дальше, Наталья. Duas incitus ancilla protulit de sinu alteraque pedis nostres allegavit altera manus. Так. Значит, анкила протулит что-то. Подложила она что-то. Инстита, что такое? Ремешки. Ремешки. То есть она... Поясала, получается, нас. Нет, то есть она... Протулит десину. Значит, откуда-то вытащила... Десину это из какой-то пазухи, что ли? Да, значит, вытащил из-за пазухи. Из складки. Да. Duas incitus. С помощью альтера-альтера, это у нас с помощью одной, с помощью другой, да? Да. Какие-то два ремня и альтера. А лигеры это связывать, да, то есть одним, получается, связала наши ноги, а другим руки. Так, Наталья. Ascultus iam deficiente
фабулярум контексту. Quid ego in quid non sum dignus qui bibam? Асцилтес. Асцилт. Уже... Но вот дальше я не знаю, как перевести, потому что тут недостаточное, в общем, чего-то повествования, сплетни тут же. Дефицит. Тут, если честно, я не могу найти глагол. Ну, он, наверное, дальше где-то будет, если вообще будет. Его нету здесь. Контексту, это, наверное, связывание, да? Там связывание, повествование как-то там. Контекст. Связано. Сцепление. Фабула. Вереница. Цепь. А, связанный. То есть... Асцильтус. Асцильт уже связанный. Не, абсолютно, наверное. Это абсолютно. Да. Контекст дефикиенти. Это облативы, два облатива. Так. Не понимаю, что это означает, но, в общем, как... недостаток, когда, в общем, связь каких-то фабул была недостаточная. Что это значит, я не знаю. Что я инквит? Вот, вот и глагол. Вы хотите спрашивать, где глагол? Вот он, глагол. Инквит. А скиль сказал. Сказал, да. Эфа. Не поняла, что? Инквит это сказал. А что я сказал? Не, он сказал. Аскильд сказал. Ингвид, это не его речь. Это не его слова. Аскильд сказал после того, как... я сказал Аскильд, да, получается, так? Так что? Я сказал Аскильд. Non sum dignus quibibum? Не сам... Нет, не, тут нету сам, да, сумма это просто, я не являюсь... Не, достойным, я есть, да? Я не являюсь достойным... Бибом, бибу пить. Не достойным... Кутилой, гражданником, любителем выпить. Нет, да, мне кажется, проще тут. И разве я недостоин, чтобы я выпил? Просто. Мне кажется, так. А, он пить хочет. Ну, да, вроде. Понятно. Ну, хотите еще прочитать? Анцеля Рису Мео Прудита композит манус эт апуши квидем адолесцент солюс тантум медикаментум эбибисти. Да, эбибисти вроде, эбибисти. Эбибисти, эбибисти. Служанка рассмеялась мне. Нет, она не рассмеялась, она композит манус. Я так понял, открыла объятия, что ли, или сплеснула руками? Композит и складно, искусно. Манус. Не, композит, не композита. Композит. Ну, чуть ли не хлопит. Композит.
Да, всплеснула руками. То есть служанка всплеснула руками. Она какая? Протита, да? Ой, тут у прода много значений. Продолжая, передавая или продолжила, передавая. Это подхватить. Может, подхватив мой смех? Да, хотелось бы внемля сказать. Кстати. Что? Ну, ну, так. Выпустив, испустив, продолжив. Ну, как бы продолжив просто, да, мой смех, может быть. То есть подхватив его. Подхватив я, смех? Ну, я так предполагаю, да, не знаю. Заразившись моим смехом, что ли. Она сплеснула руками и... И... Где она? Да. Так, это получается прошедшее время. Апоно поставила или подала. А, под, и подала. Так. И подала. Адолесценс, я не поняла, как перевести, потому что то ли тут... Это как раз легко, это... Глагол? Не-не, адолесценс, это ну, юноша. А... Что? Юноша. Юноша. А, юноша. И подала юноше, получается. А, и под... Тут, видимо, какая-то прямая вещь, я не могу понять, где она начинается. Ага. Что значит апозы? А... Подала, я как поняла. Я подаю, да? Я подала. Да, тут я подала, этот юноша один столько медикамента выпил. Под медикаментом имеется в виду какое-то зелье наркотическое. Угу. Этого только не хватало. Один. Да, он вам забанит ролик, значит, за это, мне кажется. Что? Троллинг? Ролик забанит вам на Ютубе. А кто забанит? Я не понял слово. Ютуб, Ютуб. Забанит за такое количество запрещенного. Да вот я думаю, да. Не знаю, что делать. Может, наоборот, это успех будет грандиозный. В общем, она говорит, что он выпил один столько вот этого наркотика или афродизиака. Я это в комментарии смотрел. Афродизиака, да. А позу я предложила, да, а юноша... А юноша же, да, наверное, можно к видам как же перевести просто? Со своей стороны. К видам.
Даже можно перевести. Ну ладно, он что, он в Солус? Он в одну, в одно один, горло, что ли? Один выпил только столько вот этого зелья. Там еще какая-то передозировка афродизиаков произошла, видимо. Я предложила, а юноша, да, один столько выпил этой дряни? Итан-эст, инквит, квартила. Это не так? Это не правда? Что-то такое. Квисквит сатурей фует. Сатура это значит насыщение, да? То есть, что там? Сатирион. Слушайте, это как раз вот это растение, да? Это растение, да, которое как любовный напиток использовалось. Это Виагра, короче. Так. То есть квисквит сатурой фуи, то есть все, что было от этого растения, он все это что, выпил? Так получается, да? Все, чего не было, да? То есть он до дна выпил. Да? Сколько там не оставалось, он выпил все. Я так понимаю, да? А что так. Такое энкольпиус? Энкольпиас, ветер, образующийся в морском заливе. Что это вообще? Ну, это имя нашего персонажа главного. Энкольпиас, да. Понятно. Да, ладно. Ну, давайте дальше. У нас еще есть... Ну, давайте на одну реплику, наверное, хватит, да? Давайте, может, до 20-й, до конца 20-й добьем, чтобы 21-й начать. Ну, у меня сейчас там просто в Zoom придут люди, так что... Это вы можете быстро это сделать? Давайте. Давайте попробуем. Юнон индикенти рису латера коммовит, акнегитон квидом ультима рисум тенуит, утикве постконвергинкула, кервикем эйюс инвасит эт нон репугнанти пуэра иннумерабилия оскла дезит. Значит, и ее бока от смеха так, ну, в общем, как бы от смеха задвигались, затряслись. А индикенти тут... Сейчас я вспомню, тут довольно сложное слово было, индикенти, что-то имеется в виду. Наверное, возбуждение какое-то. Еще забыл, что такое индикенти, но какая-то вот характеристика смеха. А неприличный, наверное, обсценный какой-то смех, но не... Непристойный, да. Безобразный, непристойный. И, значит, и Гетон не мог удержаться от смеха. Во всяком случае, после того, как девчонка, значит, как бы это сказать-то? Ну, инвазит, в смысле, я думаю, обняла, да, или набросилась на его шею и без сопротивления мальчика дала ему бесчисленное количество поцелуев. Отлично. Ну все, спасибо тогда, да. Тогда до, наверное, до вторника, да? Всем пока. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.